Пара легкоатлеты Северо-Казахстанской области вернулись с четвертых азиатских параигр, которые проходили в городе Ханчжоу, Китай. На мировой арене честь региона и страны защищали Сергей Харламов, Иван Залезняк и Евгений Орлов. Наилучшего результата добился Иван Залезняк, завоевавший бронзу в толкании ядра. Глава Северо-Казахстанской области Гауес Нурмухамбетов встретился со спортсменами и поздравил с новыми карьерными достижениями. С подробностями встречи наша съемочная группа. Четвертые азиатские параигры в этом году прошли в Ханчжоу. В них принимали участие 43 страны. Среди тех, кто защищал честь Казахстана, были три североказахстанских спортсмена – Сергей Харламов, Иван Залезняк и Евгений Орлов. Они выступали в дисциплинах по толканию ядра, бегу на дистанцию 100 и 400 метров, метанию диска и прыжкам в длину. Каждый из пары легкоатлетов вложил в это колоссальные силы и труд. Несмотря на сложности, один из земляков вернулся с бронзовой медалью. Залезняк Иван Андреевич. Легкоатлет Иван Залезняк представлял регион в толкании ядра. Спортсмен в борьбе за победу завоевал почетную бронзу, тем самым повторив свой успех паразиатских игр 2018 года. 43-летний североказахстанец, безусловно, рад победе. Спортом я занимаюсь где-то около 10 лет, даже больше, наверное. Китай, Ханчжоу, там все красиво, все организовано, все сделано. Мне понравилась вообще хорошая страна. Это уже мои вторые азиатские игры, первоазиатские игры. Были в Джакарте, Индонезия. Там я тоже третье место занял. Еще один наш земляк Евгений Орлов в соревнованиях по метанию диска занял 5-е место. Сергей Харламов показал себя в беге на дистанцию 100 и 400 метров. Тренер Дмитрий Клеев работает со спортсменами 5 лет. Говорит, за это время без трудностей не обошлось, но их, благодаря упорству пары легкоатлетов, они преодолевают, покоряя новые вершины. Можно было дотянуть, конечно, и до серебряного призера, чтобы был серебряный призер. Вот. Немножко не хватило, немножко волнения. Вот. Но я считаю, достойно выступили. Трудности подготовки спортсменов, но каждый индивидуален, у каждого свое заболевание. Вот. Поэтому каждому индивидуальный подход. То есть у здоровых это можно к групповым подойти, ну то есть тренировками групповыми, а тут уже индивидуально идет подход, поэтому и специальные там средства находим, и специальную методику вырабатываем. Глава Северо-Казахстанской области поздравил спортсменов и поблагодарил тренеров за проделанный труд. Гауес Нурмухамбетов поделился с присутствующими, что ему повезло стать свидетелем этих выдающихся спортивных результатов региона. Аким вручил бронзовому призеру благодарственное письмо и сертификат на сумму 750 тысяч тенге. Пожелал крепкого здоровья и удачи в будущих свершениях. Хочу сказать спасибо вам за то, что вы своим примером влияете на судьбы других ребят. Вы действительно настоящие бойцы в сегодняшней жизни. Равняясь на вас, люди открывают в себе уверенность и потенциал, стремятся к новым вершинам. Отдельные слова благодарности мы говорим сегодня тренерам. Подготовка паралимпийцев – это большой труд наших тренеров. Я уверен, впереди у наших спортсменов большие перспективы спорта, а их имена мы еще не раз услышим в числе победителей и призеров престижных соревнований. На 4-х паразиатских играх Казахстан завоевал 41 медаль. Среди них 8 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовая. В итоговом зачете спортсмены заняли 11-е место. Это лучший результат в истории участия казахстанских паралимпийцев в паразиаде.